Здравствуйте, дорогие мои друзья! С вами Светлана Веда, и сегодня у нас Таро расклад «Денежный канал». Закрыт он у вас или открыт? Что нужно сделать вам, чтобы открыть свой денежный канал, чтобы денежный потенциал был у вас на высоте? Сейчас мы с вами посмотрим, у нас 6 гранатов и 6 вариантов у нас с вами будет. Кстати, вы можете загадать 2 граната на это гадание. Первый гранат вы загадываете по своему отцу, какой у отца все-таки денежный канал, да, закрытый или открытый, и по матери. И в среднем мы уже выведем тогда, что для вас нужно. Посмотрите 2 расклада обязательно по маме, по папе и сделайте соответствующие выводы для себя. А также на столе не просто так стоят сейчас золотые гранаты. Уже стало традиционным у меня на канале гадания, когда вы выбираете 3 граната, независимо от второго расклада. 3 граната. Пишите номера в чате, в комментариях. И в конце гадания я достану 3 цифры. Если хотя бы одна цифра совпадет, значит, ваше желание исполнится обязательно. Поэтому, кто хочет воспользоваться таким бонусом для гадания, можете написать 3 цифры. Ну что же, пока вы выбираете для гадания на гранатах и для гадания денежного канала парочку гранатов по папе и по маме, мы с вами начнем сейчас расклад. Итак, посмотрим для первого варианта, сразу будем ставить диагностику, для второго, для третьего, для четвертого, для пятого и для шестого. И, конечно, мы для каждого сейчас будем доставать еще дополнительные карты, смотреть, что у нас с вами происходит. Если вы не успеваете, ставьте на стоп, а мы с вами начинаем. Итак, гранат номер один. Все, кто загадал первый вариант, давайте посмотрим, что у вас с денежным каналом. У вас все хорошо с денежным каналом, все абсолютно в балансе, потому что шестерка пентаклей, это, знаете, когда вы открыты этому миру, вы понимаете, как зарабатывать, вы чувствуете деньги, и мир открыт вам, и вы помогаете людям, и люди охотно помогают вам. Это довольно-таки хорошая карта, карта ответственности, карта исполнения желаний, карта открытости, да, то есть здесь абсолютный баланс. Вы знаете, сколько заработать, вы знаете, как расходуются деньги, то есть не насыщаете, не останавливаете, затор не делаете такой у себя, как когда накопительством люди занимаются, зарабатывают, потом где-то остановка, да, происходит. А потом вообще никак невозможно заработать. Либо же, знаете, бывают люди, которые мало зарабатывают, но очень много хотят потратить и берут кредиты. Нет, у вас все в балансе, здесь все прекрасно, канал абсолютно открытый. Если у вас просто нет денег, значит, здесь проблема либо какое-то негативное вмешательство. Сейчас мы для первого варианта посмотрим. На всякий случай сейчас смотрят дополнительные карты те, у кого действительно чувствуются проблемы с финансами, у кого все хорошо. Можете дальше этот расклад не смотреть. Я смотрю, если все-таки у вас проблемы. Ага, ну, смотрите, здесь мужская энергия пошла. Вот здесь по отцовской линии, скорее всего, какие-то проблемы идут. Вот здесь однозначно. Здесь, знаете, тут даже кармические какие-то, возможно, отработки по отцовской линии. Отец или дед или прадед, вот мужскую линию берите. Здесь кто-то у кого-то брал долг, кто-то кому-то не отдал. Или наоборот, отдали и даже больше отдали, передали финансов. И тут какой-то отток пошел здесь по мужской линии. Давайте посмотрим, что же вам нужно сделать, чтобы пошла прибыль, чтобы у вас пошли денежки. Деньги пойдут обязательно, и вот эта карта стабильности, это карта небольших денег, но стабильных. Значит, эта карта говорит о том, что бизнес навряд ли для вас лучше стабильная какая-то работа,
Да, вот есть люди, которые только на работе себя очень хорошо чувствуют, как кто-то любит бизнесом заниматься. Для вас работа, вот стабильность в работе и усовершенствование. Это может быть и банковское дело, занятие банковским делом, это может быть какие-то торговые центры, да, какие-то бутики, работа, работа в магазине. Вот там, где находятся деньги, кстати, там, где украшения, вам хорошо работать с украшениями, хорошо работать с ремонтами, стройка, ремонты, да, купля-продажа недвижимости, вот с этим вам работать, и там у вас, кстати, будут очень хорошие доходы. Теперь посмотрим вариант номер два. Все, кто загадал второй гранат, здесь перекрыт однозначно канал, 100%. Деньги не просто уходят от вас, а убегают от вас. И такое впечатление, как вот знаете, как снег тает. И здесь однозначно вмешательство какого-то человека. Вот вспомните тот момент, когда у вас стали исчезать деньги. Такое пошло, как будто бы деньги-то и были у вас, да? А потом какой-то человек появился в вашей жизни. И как только он ушел от вас, да, вот он уходит, и у вас все плохо становится. Знаете, тут как крадник, он как будто бы с собой забрал счастье, удачу, деньги, финансы. А вы почему-то думаете про этого человека, но вы никак не связываете, что из-за этого человека у вас начались траты, денег не стало хватать. Поэтому не за этого человека думайте и переживайте, а думайте о том, чтобы вернуть свои какие-то потерянные утраты, да, вот что-то здесь, но здесь однозначно перекрыт канал, посмотрим, откуда он тут показывает человека, еще посмотрим. Это женщина, которая забрала ваши деньги. Женщина, вспоминайте, с кем вы раньше общались, подружка ли, или, может быть, кто-то на работе, да, вот с этой женщиной вы общались. Она знает толк деньгам, любит деньги, и она у вас перетянула. Вот показываю здесь женщину однозначно. Давайте посмотрим, а что нужно предпринять, сделать вам. Ну, во-первых, это карта Суд Небесный, все поставит на свои места, распорядится. Тут однозначно высшие силы все скоро урегулируют, да, без такого особенного вашего вмешательства. И все-таки вам нужно помочь, да, самому себе обратиться вот к такой вот жрице, да, верховная жрица, папеса. Именно к ней лучше всего обратиться. То есть это мастер, таролог, астролог. Кстати, кто хочет ко мне обратиться, вайбер, ватсап, телеграм в описании к этому видео. Также вы видите на скатерти, здесь у меня написан номер телефона. Обращайтесь и записывайтесь на прием, и мы посмотрим. Посмотрим, но тут женщина, потому что здесь именно мастерство, мастер должен заниматься этим. Конечно, если вы занимаетесь, хотя как вы можете заниматься, если у вас отток денежных средств, тут нет, никак у вас не получится. Вам нужно обращение. Психолог, таролог, астролог, да, вот эзотерик, нужно обратиться, чтобы вернуть свои денежки. А мы смотрим вариант номер три. Все, кто загадал третий вариант. Ой, ну скажу, открыт у вас канал. И очень хорошо и комфортно вы себя ощущаете хозяином своих денег, хозяином своей империи. Вот эта карта императора, свое дело, бизнес свой, своя империя, люди в подчинении у вас, да, вас люди слушают. Если вы не пользуетесь этими своими дарами божественными, благами божественными, ну это минус вам. Вы должны пользоваться своими способностями, организаторскими, да, может быть, вы бизнес-вумен или бизнесмен, да, но у вас действительно вы можете управлять, такие управленческие какие-то организаторские способности у вас есть, и здесь канал однозначно открыт. И тут даже по этой карте можно сказать, что если вдруг у вас что-то закрыто, то вы себя не любите. Вот эта карта самолюбия, да, когда человек себя очень сильно любит. Полюбите себя, и все будет хорошо. Давайте посмотрим, если вдруг, да, сейчас вот у всех, у кого открыто, это хорошо, а можно дальше не смотреть, а вот если у вас перекрыто, все-таки давайте посмотрим, почему. Потому что у вас должно быть открыто. А как скосило, вот эта порча, как скосило, как кто-то с косой пришел. Кто?
Смотрите, старший аркан и туз идет. Подкосила вас какая-то любовь любовная. Посмотрите, либо вы очень много денег на любимого человека тратите, а он как будто бы с вас высасывает, да? Ну, что-то здесь с любовью, с любовной магией может быть связано, может, вас как опаивают, окармливают, да, и вы уже вот не тот император, который может сидеть, восседать на троне. Вот здесь вот какие-то любовная магия идет. Что вам нужно сделать, да? Что предпринять? Восьмерка пентаклей, побольше работайте, не думайте ни о чем, вы можете это справиться самостоятельно, без всякой магии, потому что вы сами себе хозяин, ну, тем более, вот эта карта императора, это сильная карта, это мощная, уже эта карта говорит о том, что вы сильны, и сила ваша в руках, в голове вашей, вы очень умный человек. Вот эта карта, восьмерка пентаклей, мастерство ваше и ваши золотые руки. Чем больше вы работаете, не думаете, не берете в голову всякие вот эти вот, да, вещи, тем больше вы заработаете. Просто работайте, наслаждайтесь процессом зарабатывания, и все у вас будет хорошо. А мы смотрим вариант номер 4. Ой, здесь настолько открыт канал. Здесь девятка пентаклей, это карта райского сада, это когда все прекрасно, все просто, ну... Как говорится, так хотела сказать, да, как в сказке, да, просто чем дальше, тем страшнее. Но здесь на самом деле девятка пентаклей — это такая, знаете, как и денежная карта, и просто все по волшебству. Это карта волшебства, это карта эдемского рая, да. Я скажу, что вы родились как будто бы в рубашке, уже при деньгах или в богатой семье, да, вот что-то такое идет. Но если вдруг что-то не так, давайте посмотрим, почему, что может или кто мог перебить. Мужчина как подкосил и мечом как будто бы срубил, если вдруг это что-то не так, да? Если все в порядке, тогда дальше можно не слушать эту информацию. Но если действительно что-то с финансами у вас идет, значит, вот мужчина как будто бы срубил, подкосил вас. Это может быть и отец, который как-то неправильно слово сказал какое-то, вот слово. Это брат может быть, это любимый мужчина может быть, да, друг какой-то. Вот язык нехороший у мужика у этого. Вот что-то он сказал, да, как говорится, сказанул, как в лужу, да, сделал, да. Вот языком своим поганым что-то сказал и мог дорогу вам перекрыть. И сейчас еще посмотрим, что вам делать в этой ситуации. Королева посохов, но здесь обращение к мастеру, нужно обратиться к ведьмочке, колдунье, ведунье, эзотерику. Вот мой телефончик, вы видите, пишите смс, звонить не нужно, вайбер, ватсап, телеграм. И здесь только решать с ведущей женщиной, чтобы убрать вот проклятие вот этого вот мужчины на вас. Смотрим дальше, вариант номер 5. Здесь все открыты пути дороги, денежный канал открыт, и тут восьмерочка, и плюс вода, вода, это уже деньги, солнце встает, значит, все восходит, то есть все на вашей улице, праздник начинается, это здорово и замечательно, и это старший аркан, его никогда не перебить, и все-таки, если у вас какие-то трудности вы испытываете, да, давайте посмотрим, почему такое могло произойти. А здесь больше накопительства идет. Это вот как раз то, что я вот вначале рассказывала, как предисловие. Вот когда вы копите, когда идут деньги, они не должны застаиваться. Их надо тратить на радость и удовольствие, в здоровье свое вкладывать, в обучение, да, чтобы деньги не застаивались. Одни деньги уходят, другие приходят, потому что деньги — это вода. А вот четверка пентаклей — это карта жадины, карта накопительства такого, да. И вот эта карта говорит, скорее всего, вы начали откладывать и копить. А когда начинает человек копить, то тогда деньги уже другие перестают идти. Вот уже, ну, полный горшочек, он денежек, да, вы накопили какую-то сумму, все, а дальше уже перекрыто.
надо всегда тратить на свои удовольствия, на свои радости, да, платье, сумочку себе купить, да, мужчины там что-то, костюмчик какой-то приобрести себе, вкусняшку какую-то купить, кино посмотреть, то есть радовать себя, радовать, потому что деньги, они, это средства для достижения каких-то своих радостей, понимаете, это энергия, которая должна не застаиваться, а двигаться. А вот это вот все из-за накопительства может остановка быть, стоп-остановка. Что нужно вам, чтобы открыть? А здесь, знаете, вот поставить крест на какую-то ситуацию. Ну, я считаю, что нужно поставить крест на вот этом непонятном накопительстве, да, какое-то накопительство идет. Еще как вариант, вот эти две карты, хочу сказать, у кого не накопительство идет, то это еще может быть связано с домом. Например, какой-то подклад в доме, да, и тут показывают, как иголки или ножи, что-то острое, какой-то подклад, и его нужно убрать. То есть вот тут, здесь два варианта, я бы сказала, по пятому варианту. И мы с вами смотрим шестой вариант. Шестой вариант, все дороги пути открыты, у вас есть опыт прошлых лет, и, скорее всего, какие-то финансовые трудности в прошлом вас уже постигали, поэтому вы знаете, как из этой ситуации выкарабкаться. Но сейчас, на данный момент, у вас абсолютно открыты дороги пути. Вот если это так, дальше можете не смотреть. Если все-таки вы чувствуете, что что-то не так, то смотрим дальше, почему появилось. А здесь кто-то вас подставил 100%. А вот свою шкуру защищал, вас денежки забрал, и вы как будто бы, знаете, как жертва какая-то. Вот видите, акула плывет, вы как жертвой встали. Кто-то вас скинул с пьедестала. Может быть, ваше место на работе было занято, может быть, еще что-то, понимаете? Вот здесь как будто бы вас скинули, скинули и забрали ваше. Сейчас посмотрим. И что-то вот это, кстати, из прошлого и тянется. В прошлом надо покопаться. Что нужно здесь сделать вам? А здесь очищение водой с хорошими людьми. Знаете, вот даже возьмите, и тут хорошие друзья, подруги, ну, как минимум две персоны, которых вы знаете очень хорошо. И вот здесь вот друзья, подруги из прошлого. По-хорошему вам нужно поехать на какие-то святые места, омыться, выпить святую воду, там какую-то заговоренную, родниковую или еще какую-то со святых источников. Ну вот какое-то омовение принять и внутрь принять воду. Водой, очищаться водой со своими друзьями, подругами. И возможно даже среди вот этих друзей, подруг, как раз-таки есть этот человек, который когда-то вас скинул с пьедестала. Вот оно с прошлого все тянется, понимаете? Вот он, может быть, и там есть. И поэтому вот эта вот карта говорит о том, что вы должны даже вместе, может быть, даже простить, отпустить эту ситуацию, поехать все вместе очиститься, и тогда все вам вернется. Вот смотрите, вот виноград, все здесь, и яблоки. То есть это вот такое плодородие, которое будет на вашем столе. Вот вы, может быть, даже как поделитесь, да, опять обменяетесь энергиями и заберете свое. Ну что же, ребятушки, мы с вами сейчас переходим к сюрпризу нашему, да, то есть к бонусу. Первоначально я попросила написать три цифры, три граната. И мы сейчас будем доставать цифры, три цифры достану. Если одна из этих цифр у вас совпадет, значит желание ваше исполнится. Итак, цифра номер 5. Цифра номер 1. И цифра номер 6. А вот такие цифры 5, 1, 6. Напишите в чате, в комментариях, какая цифра у вас совпала. Ну, например, совпало 5, или совпало 1, или совпало 6. Ну, у кого-то 2 или 3 могут совпасть. Так и напишите, совпало 5, 1, 6. И мы открываем эти гранаты. Итак, пятый гранат, что для вас? Деньги, как раз у нас такой денежный расклад, и вот, пожалуйста, вам лягушечка, значит, деньги придут в вашу жизнь. Очень скоро будут поступления, это замечательно. Один. А здесь обручальное колечко, ну, это могут быть даже какие-то договора,
да, связаны. Это может быть предложение руки и сердца. Что еще может быть? Заключение сделок каких-то. И, конечно, еще и дела сердечные могут решаться. Видите, здесь такое у нас золотое сердечко. Я вас поздравляю, прекрасный вариант. И смотрим вариант номер 6, все, кто загадал шестой вариант. А здесь совушка-сова. А сова — это знание, обучение, передача данных, какую-то информацию можете получить. Это, кстати, еще поездки, перелеты, путешествия, посылку можете какую-то получить, смс-уведомления. И, конечно же, если вы хотите, чтобы желание исполнилось, надо о нем вещать, говорить, да, где-то в информацию какую-то давать. Вот такая вот интересная у нас с вами получилась история. Надеюсь, что вам было интересно и полезно услышать этот расклад. Пальчик кверху, слово «благодарю». И пишите: «Мечты сбываются». СВПС. И ваша мечта сбудется обязательно. Всем пока-пока.